Долго искал партнера для того, чтобы ввести мяч в игру. Сыграно в стеночку. И тут же передача. Штрафную площадь. Первый момент. Действительно, тем, что поехала нога у Маркус Рэшфорд. Но сделать это очень нелегко, потому что, как мы видим, Литва в половине поля совершил Трипье. Дальше красиво действует Рэшфорд. Передача штрафную, но чуть сильно. Действительно, открывался неплохо Дели Алли. Новиков разыгрывает мяч с партнером. И Литва зарабатывает угловой. Зона подает Аарон Кресвелл. Отбирает мяч Хендерсон, но слишком неаккуратно отпускает его вперед. А вот и момент. Удар по воротам. Как же быть забит первый гол в этом матче. Удар. И от штанги мяч летает в сетку. Свой пятый. Несмотря на то, что у англичан сегодня три центральных защитника, иногда, как мне представляется, очень большое расстояние между ними оказывается. И Дарвидас Шернес может со временем этим воспользоваться. Странство, когда есть возможность соперника обыграть. Маркус почти всегда пытается этим воспользоваться. Здесь была красиво обыгрывает соперника. Еще одного. Теперь мяч у него под левой ногой. Рэшфорд бьет в дальний угол. И здесь нарушение. Шернес. Передача в штрафную площадь. Удар по воротам. И что? Угловой зарабатывает команда Литвы. Подача. И что случилось? Еще один навес. И здорово удалось мяч скинуть. Другое дело, что никто из партнеров штрафной. Хорошая передача вперед. Дальше пас пяткой. Удар с левой ноги. Не получился удар Видаса Шернеса. Хендерсон. Подача в штрафную площадь. Удар по воротам. Это Аарон Кресвелл смог перевисеть. Никакого ответ. Команда Литвы очень охотно поддерживают контратаку партнеры Новиковса по штрафную площадь. И здесь Дели Алли. Классная передача пяткой. Решил последовать примеру Дели Алли Харри Кейн. Старич. Удар по воротам. Рядом со штангой мяч пролетает. Действительно, очень